топ знаков зодиака с божественной энергией. В мистическом мире астрологии, где каждый знак зодиака излучает уникальные энергии, существуют особенные знаки, наделенные чутьем божественной силы. Эти знаки обладают не только глубоким внутренним светом, но и способностью влиять на мир вокруг себя, исцеляя, вдохновляя и преобразуя. Вот топ знаков зодиака, которые поистине наполнены божественной энергией. Только перед просмотром поставь лайк и подпишись на мой канал. А мы начинаем. Первый знак — Лев. Лев – знак, управляемый Солнцем, символом жизненной силы и блеска. Львы излучают магнетизм и уверенность, которые могут быть почти ошеломляющими. Их лидерские качества и несгибаемая воля помогают им вести за собой других, направляя и освещая путь своим светом. Лев символизирует сердце и душу, его энергия вдохновляет и придает силы, а его щедрость и тепло притягивают людей. Второй знак — Рыбы. Рыбы – знак, связанный с бесконечными глубинами океана и вечной мудростью. Этот знак обладает удивительной интуицией и эмпатией, что позволяет рыбам глубоко сонастроиться с эмоциями других. Их способность к состраданию и пониманию делает их истинными целителями душ, а их творческие дары – проводниками божественного вдохновения. Третий знак — Водолей. Водолей, как знак воздуха, наделен даром видения будущего и инноваций. Водолеи не просто мечтатели, они реализуют свои идеи в реальность, привнося в мир новые технологии и социальные изменения. Их энергия направлена на улучшение человечества, что делает их посредниками между земным и божественным, мостами, соединяющими настоящее с будущим. Четвертый знак — Скорпион. Скорпион – это знак, который исследует темные уголки души и тайны существования. Скорпионы обладают мощной трансформационной энергией, способной к глубоким метаморфозам и возрождению. Они умеют умирать и возрождаться заново, что придает им некую мистическую силу и понимание жизненных циклов.